Да я же видел, что ты съел мой банан! Да не ел я банан! Да зря это ты все затеял! Нас тут много! Нас тут тоже! Так нечестно, у тебя армия больше, у меня не хватает одной игрушки. Ну и кого тебе не хватает? Ну, например, слона или белого медведя. Ну ладно, давай выберем. Так, как твои игрушки называются? Сейчас посмотрю. Коллекта. Угу. О, нашла их на сайте Гулливера. О, вот такого медведя хочу. Давай еще лошадь, тигра и верблюда. Ты же, по-моему, слона хотел. А, точно, его тоже. Так, все, игрушки я заказала, через пару дней будут. Спасибо. Ладно, ты играйся, а я пока пойду приготовлю ужин. Пару дней это так долго. О, идея! Портаус открывамус! Класс! Получилось! Белый мишка! Прям как настоящий! Так, верблюд. Так, и крутой белый тигр. И пару дней не пришлось ждать. Так, мне слон, тигр и мишка. А маме лошадь и верблюд. О, идея! Тигра оживлямус! Ух ты! Тиня, что там у тебя рычит? Сделай тише планшет! Эй, куда ты убежал, мышата? Теперь попробуем медведя. Оживлямус! Медведь? Ой, какой прикольный! Уменьшамус! Ой, мама, усыплялась.
Денис, да что у тебя здесь происходит? Ух ты! Откуда у нас слон в гостиной? Ах, опять заклинание перепутал. Уменьшалось. Это я игрушку оживил. Так мы же ее только заказали. Как ты ее достал? Я просто палочкой сделал портал. Хорошая идея, ускорить доставку. Ладно, мой руки и пошли кушать.